Непокоренный духом участник АТО Александр Дермороз, подорвавшись на мине, получил тяжкие увечья, но нашел в себе силы вернуться к жизни. Через неделю вместе с другими ветеранами он будет участвовать в марафоне морпехов в Штатах. Все подробности расскажут наши корреспонденты. Александр Дермороз подорвался на мине в 2016-м за выполнение боевого задания. Получил множество ранений, потерял ногу и зрение. 2 года проходил лечение в Штатах. Этой весной вернулся на родину. С ним прилетела и Хана. Собака-поводырь, которую подарили бойцу представители украинской диаспоры. Треба жити поки що в темноті. Але цю темноту на сьогоднішній день я замечаю дуже рідко. Життя настільки насичене, настільки багато є справ, клопот. Через месяц Александр снова полетит в Америку. Там, в пригороде Вашингтона, примет участие в марафоне морпехов. Це марафон морской пехоты, где будут принимать участие близко 30 тысяч пораненных и родных загиблих. То есть это своєрідний марафон честі. Боец уже несколько месяцев интенсивно тренируется, хотя после многочисленных операций это нелегко. Он очень хочет показать, что он такой, как все. Я, мама, я чувствую, что ему бывает тяжело, но он нам не показывает все. Готовиться к марафону помогает тренер-партнер. Он всегда рядом на пробежке. Указывает, где поворачивать налево, а где направо. Саш, сколько пробегли, какие чувства? Суперовый километр. Треба 10. Трошки страшно. Тренер результатом Александра доволен. Зараз задача – підняти функціональні можливості організму, адаптувати суглоби і м'язи до цієї роботи. А тоді вже можна замахнутися на марафон настоящий. Він молодець, він оптиміст. І перше достиження у бойця вже є. Він зміг повернутися на службу в рідний полк. Сашко надалі зараз проходжу військову службу як офіцер на посаді офіцера-психолога. Ми вже будемо підтримувати його тут на місці. Душею ми будемо разом з ним. Я думаю, що нашу підтримку він за океаном почувствує. В октябре на марафон морских пехотинцев вместе с Александром поедут еще 9 ветеранов. Своим примером они надеются вдохновить и поддержать побратимов на передовой. Олег Ермаков, Лариса Светловская, Тарас Тарасов. Подробности телеканал Интер, Хмельницкий.